Și acum, cu deosebită plăcere, vreau să invit în scenă un discipol al doamnei Valerco, care practic a studiat cel mai mare timp din 1976 până în 1985, fiind discipol în școala muzicală Eugen Polca și mai apoi la conservatorul Gavril Muzicescu. Anatolie Lapikos. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, во-первых, что этот зал сегодня полный, потому что этот концерт посвящен совершенно удивительному человеку, который посвятил нашей с вами земле почти всю свою жизнь. Она проработала больше 50 лет педагогом и параллельно занималась очень активной исполнительской деятельностью. И я просто для того, чтобы много не говорить не могу, но я хочу вам сказать, что ее совершенно удивительным качеством было то, что наряду с совершенно потрясающими пианистическими возможностями, что она демонстрировала не раз как солистка и как ансамблист, наряду с ее совершенно феерическими педагогическими возможностями, что можно видеть по количеству ее выпускников, которых гораздо более сотни, которые живут и работают на сегодняшний день не только у нас, но и за пределами нашей страны, очень активно, очень плодотворно. И вот вдобавок ко всему этому она была совершенно удивительна по своим человеческим качествам. И у нее, пожалуй, мы все научились одной очень важной вещи, что нужно быть очень хорошим пианистом, нужно стараться быть хорошим педагогом или музыкантом, но при этом нужно обязательно оставаться настоящим человеком, потому что все лучшие качества моральные, как честь, совесть, дружба, любовь, ответственность. Вот она всегда прививала нам, своим ученикам. Это было каждый день, это было на протяжении многих лет. И благодаря этому мы, пожалуй, научились каким-то принципиальным вещам уже в нашей концертной деятельности. Мы никогда пытаемся не играть музыку, которая нам не нравится. Потому что, выходя на эту сцену, мы должны поделиться с вами своими какими-то очень серьезными эмоциями, переживаниями. И для того, чтобы это было по-настоящему вашим вами воспринято, вы должны быть прежде всего искренними. Мы поэтому сегодня выбрали ту программу, которую мы будем играть.